15 октября в России начнется всеобщая перепись населения. Помимо переписчиков, которые будут ходить по домам, организуют и стационарные участки. Один из них откроется в школе номер 30. Перепись населения – это, как правило, рутина и статистика. В 30-й школе решили добавить творчество. Здесь про перепись не только рассказывают, ее рисуют, составляют коллажи. Следующая группа у нас, последняя, ребята, самое интересное творческое задание. Вы составляете образ кого? Переписчика. Так, ну кто у нас? Аня, будешь спикером? Педагоги считают, просвещение должно быть нескучным. Любую тему можно подать так, что она покажется интересной, в том числе перепись населения. Видеоуроки для средней параллели, мультфильмы для младшей, в ход идет все. Причем рассказывают об этом не только учителя, но и старшеклассники. В школе практикуют наставничество. Такое многообразие форм работы выбрано для того, чтобы для каждого возраста был подобран свой формат, который позволит каждому на своем уровне понять, что это такое. На что мы рассчитываем? Мы рассчитываем на то, что наши дети после этих практических занятий смогут ответить на вопрос, сколько же население нашей страны, сколько мальчишек и девчонок живет в нашей стране, какие самые крупные, самые маленькие города. Для будущих выпускников такие лекции – еще и репетиция перед сдачей экзаменов. Я собираюсь в будущем сдавать ЕГЭ по обществознанию, и мне интересно, сколько человек проживает на территории нашей страны. И узнать, кого же больше, мужчин или женщин. И какие народы находятся на грани исчезновения. Точную информацию я смогу узнать только благодаря вот этой переписи населения. Наталья Шкирман поясняет, переписчики будут ходить не только по домам. Стационарные пункты начнут работать на территории школы с 15 октября и завершат свою работу 14 ноября. Лариса Ульяненко, Роман Стариков, Евгений Сазонов, 9 канал.